Вот этих мемов вся, ну не мемов, а переделывание этой музыки, блин, это пиздец. Сколько, как мы только не переделывали, блин. Ой, блядь, самый уебищный танк, когда вот на ПЗ по 2 играю против него, и это пизда просто. Надо голдой просто стрелять. Я же, блядь, голдой не пробиваю. Барди, там оружие есть, где ты его в руки берешь, и вибрация жесткая. Да? А, ну это у тебя на этом, на Xbox. Бульбулятор? Я знаю, что такое бульбулятор, но я не пробовал эту вещь, то есть она рядом с кальянами продается. Я знаю, как бы, ну я видел, как ее используют, там, типа, да, но я не пробовал сам, честно говоря. Ну, типа, туда, что там, махорку забивает, или что там, траву, или что, я хуй знаю. Ну, типа, что-то жесткое забивает, да? С нее штырит, пиздец, так понял. О-о-о-о, вот эта песенка нормальная, да. Побольше не едь, вибрирует и используй по значению вибрацию. Я тебя понял. Не, я просто трещал, когда, ну, реально угорал, вот, это пизда, так. Да, блять, какого хуя ты не пробиваешься? Сука, нету ничего, чтоб пробить-то, блядь, а?
Бля, это пиздос просто нахуй. Да пиздос, блядь, в корму, а у меня тоже в корму может пробить так-то, блядь. Ебучие, блядь, приемы, сука, чтобы нахуй, блядь. А, сука, блядь, я аж кофе разбил. Пизду, нахуй, ебучие приемы, блядь. О! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.